МКС. Рядом с Луной. Так, а ну давай будем тебя ловить сейчас. Четыреста километров до МКС. Летит он со скоростью 27 000 километров в час. И виден на рассвете и на закате в лучах отраженных солнца. О. Большая, конечно, сложность удержать его в кадре при таких скоростях. Ну уж, сделаю, что могу. При хорошем раскладе на стоп-кадрах будет видно и солнечные панели на космической станции. Красавица. Все, выскочила из кадра. Сейчас найдем. Снимаю, конечно, со штатива, не с рук, все претензии. Ты посмотри. Где ж ты делась, красавица, ты нашел этого. С рук при таких увеличениях это снимается фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000 125 крат оптического зума. Еще 4 цифрового я пытаюсь добавить, но на полное увеличение я, конечно, не снимаю. Просто не удержу в кадре. Ну, ладно, уже я думаю, что на фоне солнца встающего мы его дальше не увидим. Сейчас наведусь на Луну. И уточню сразу и время, потому как я натурально в попыхах. Седьмого числа было полнолуние. Так оттуда же вылетело, да, блядь? Не, да я глаз попался, видео запись, интернет освободил.
Оно не оттуда, оно каждые полтора часа над нами пролетает, МКС. Я говорю, видеозапись, не ругайся, прошу тебя. В YouTube же все вылезет. Как ты некультурно разговариваешь. Да, это сейчас пишется. Спутник МКС, Международная космическая станция. Она огроменная, 100 метров размером. Как футбольное поле над нами пролетает. На высоте 400 километров и на скорости 27 тысяч километров. На станке Максим наберешь Харьков и Пехову подбирать. Только на Ютубе будет. Костенко Максим. Да, Костенко. Ну, фамилия, по-моему, одна из самых распространенных. Хорошо, посмотрим. А, красота? Можно все. Конечно. Так у нас даже еще же есть красота. Вон Юпитер и Сатурн. Сейчас посмотрим. Спутники Юпитера. А Сатурн, если мы его поймаем, конечно. Кольца Сатурна сейчас можно увидеть. Так. Что? Ну, я сейчас на смену бегу. А после смены, во сколько я поздно домой возвращаюсь. Ну, сегодня вечером, сегодня ночью я выложу уже, да. В обязательном порядке. Так, сейчас я попытаюсь прицелиться на Сатурн. Ну, то есть сейчас на Юпитер начинаю. Странно. А, вот он. Сегодня будет видно три спутника из четырех галилеевых спутников. Каллисто, к сожалению, спрятан то ли за Юпитером, то ли он непосредственно перед ним находится. В любом случае... Его мы точно не увидим. При таких, кстати, настройках светочувствительности можно будет сейчас увидеть. Надеюсь, по крайней мере. Полосы экваториальные. Наверное, сейчас другим дублем буду попадать, потому как слишком мало света для таких прицелов. Так, что же у нас сегодня за 20, какой у нас? 29. Сейчас навожусь на Луну и завершаю дубль. А, у меня светочувствительность была аж занижена, я же Луну снимал, а то я не мог попасть. Ну хорошо. То есть ничего хорошего, но...